Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Квест комплит. А что за квест? Так, пиньятушка нам выпала здесь. 100 монет. Так, это у нас свекла, по-моему. Похоже на свеклу. И все, все, что мне дали, только одну свеклу. Ну, я так не играю. Ребят, ну у нас ивент. Так что, я думаю, начнем, наверное, с него именно. Хотелось бы что-нибудь такое специфическое получить и новенькое. Оу. Зомби с пушкой там у нас. Ух ты, это что за орех такой красный? Красный злобный орех. А что он... Тихо, 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 не надо. Сразу же летят нахрапом. Давай, бумеранг. Сюда. Что-то мне это все не нравится. Совсем не нравится. Давай два бумеранга поставим. Погоди, погоди, погоди. Всякие тут индианы выползли. Надо срочно это все дело бомбить. Что-то мне совсем это все дело не нравится. Ни ульты, ничего нету. Вот, ульту дали. А что она делает, интересно? Ну давай так сделаем, фиг с ним. Так, там у нас зомби... Тихо! Чего вас так много-то здесь? Эй! Так, друзья мои, а тут-то у меня нет защиты. Слушай, мне не нравится все, как тут у нас идет, блин. Да надо же, дали 3 стрела. Так, я не могу понять, это зомби там бомбят, шмаляют? Или кто их уничтожает-то? Или это орехи наши так взрываются? Похоже именно на то, что наши орехи так взрываются в конце, да? Давай, 3 стрел, работай, работай, родной мой. Ты видишь, тут фараон появился. Так, надо... Просто что делать, да? Давай сюда поставим, наверное. Да, эти орехи взрываются. Это прикольно на самом деле. Так, неужели ульту получили? А если мы с тобой сделаем вот так вот? Ничего себе, он такой... С фитильком, все как полагается. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да ну, хорош. Зомбики. Так, друзья мои, у нас тут пробились зомбари. Куда орех влепить? Куда влепить орех, я тебя спрашиваю? Сюда вот, наверное. Блин, ты посмотри, какой. Их просто рой здесь, ребята. Это как саранча, знаешь. В Гирс 5 ползут со всех щелей. Так, дай сюда. Мы ульту можем свою сделать. О, неплохо. Так, когда это закончится все? А по-моему, сейчас и закончится. Да, ребята. Слушай, ну прикольно, а что это за орех такой? Где он берется? Мне нравится, что он взрывается. Прикольно довольно-таки, да? Все, ивент пройден, ребят. Мы с вами получаем пиньяту. А в этой пиньяте, как всегда... А, 3 пиньяты. Так, алоэ. Капуста пульта. 1500 голды. Слушай, ну хоть немножко денег вернули. И то уже радостный плюс. Нам достается пиньята. Ох, ё-моё, спасибо большое за 4000 голды. Хоть где-то мы с вами отыграли нашу копилочку, копеечку, ё-моё. Ну, а нам самое время отправляться на дискотеку. Да, именно там мы с вами остановились. Смотри, 8 тысяч, даже приятно посмотреть. Даже приятно посмотреть, что у нас 8 тысяч голды уже накопилось. Так, давай-ка мы сходим с тобой в наш огородик. Я кое-что посмотрю. Так, морковка созрела. Морковка созрела. Так, магнитик. Сюда посадим тоже. Что у нас тут? Оу, свекла. Слушай, я думаю, что вначале мы никого не будем брать. Мы посмотрим, что у нас там за уровни, какие сложности. И, ну, как вы мне написали, будет довольно сложно. То есть на легкость не рассчитывать. Да я уже, ребят, представляю, тут, извини меня, 31 миссия, 31 день. Поэтому придется, наверное, попотеть. Причем, как вы сказали, музыка, когда ускоряется, еще разные виды идут зомбарей, которые давят растения, там еще что-то делают. Короче,
Вон, видишь, там и панки, и кого только нету. И мне кажется, что здесь нам без магнита с тобой не обойтись. Так, возьму магнит, возьму защитника, нашу морковку. Так, это у нас день или ночь? Я не знаю, ребята, день, ночь тут. Ну, кто-то писал, что здесь вроде бы как ночь. Поэтому нам придется, наверное, брать с тобой вот этот солнечный гриб. Бонг-чой. Я не знаю, может быть, взять защитника сюда. И, ко всему прочему, лаву-гуаву я возьму. Ребят, не знаю, получится или нет, но у нас почему-то вот здесь вот сидит свекла. В наушниках все дела, слушает бумбоксом, я не знаю. Что она делает, пока без понятия, не проверял. Так что будем тестить. Так, идут. Блин, я еще боюсь, что тут еще ускорение это врубится в любую секунду. Стоит только зомбосу тут появиться, и ты сам понимаешь, да, начнется веселуха. Что он делает? А, он... Не пойму, он наносит урон или что он делает? Или он их замедляет? Нет, он наносит урон таким образом. Так, я получил новое достижение какое-то. Так, в принципе, ребят, пока вроде бы неплохо. Давай сюда защитника поставим. Слушай, ну свекла, а я ее не получил, да, еще? Нет, почему не получил? Вроде бы получил. Но взять не могу, пока не могу. Вот она у меня, че я... Воу-воу-воу-воу-воу. Пошел забористый рок. Тихо-тихо. Пошел забористый рок. Слушай, ну мне нравится. Пока. Пока все весело и задорно. О, так он отрывает голову этим панкам. Магнит, оказывается. У-у-у, слушай-ка. Так это получается тоже... Тихо, 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 тихо. Хочет свеклу съесть. Не позволю. Будем свеклу защищать до последнего, ребят. Так, еще вижу одну. Давай вот так вот поставим. Так, магнит, ты будешь... Вот. Оторвал голову этому панку. Слушай, а почему-то зомбоса здесь нету. Музыка играет, а зомбоса нету. Ну, звук здесь прикольно. Самая такая веселая, да, мне кажется, миссия. А ну-ка. Воу-воу-воу-воу-воу. Слушай, может быть, нам магнитов здесь побольше понатыкать? Блин, причем музыка меняется так прикольно. Разные тонации есть. Не все, как говорится, одинаково. Зачем сюда поставил его, я не понимаю. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Зачем так много-то? Зачем так много? Я к этому не готов, я не созрел. Я как маленький грибок, который еще только начинает жить. Так, моих защитников там почему-то, ребята, почти все поуничтожили. Ну-ка, куда собрались? Прочь отсюда. Так, бонг-чой. Блин, хоть музыку погромче ставь. Действительно, прикольно тут звучит все это. Давай, лава-гуава. Ай, хорошо-то как ты их тут поджучиваешь. Они сгорели. Ребята, вот это последние зомби у нас идут. Мы можем с тобой... Да ничего тут делать и не надо, в принципе. Вот, поставим сюда свеклу. Блин, вот свеклу если прокачать, наверное, будет нехило она, да? Наносить урон. Слушай, тут проблем с солнцем у меня вообще нету. Но это, сам понимаешь, первый уровень. Самые простенькие зомби. Там потом, наверное, пойдут всякие сальца, еще там что-нибудь. Но музыка действительно прикольная здесь. Давай ему в сраку надаем. Вот так вот. Отлично. Что, друзья мои, мы с вами прошли уровень первый. Есть возможность немножко подкопить там деньжат. Окей. Второй день у нас с тобой пройден. Что там у нас? Какой-то будет новый вид растения скоро открыт. Ну, а мы переходим на следующий уровень. И что нам здесь будет предоставлено? Так, опять Дэйв с Пенни общается, все дела. Слушай, ничего нового, абсолютно те же самые зомби. Так, ну здесь у нас, как я понял, выбора нету. Тут все будет по стандарту. Ну давай, приступим. Кактусы на самом деле, мне кажется, какие-то слабенькие. Давай признаемся в этом. Хотя ихние шипы пролетают через весь ряд. Это хорошо. То есть они наносят урон абсолютно всем.
Так, давай сюда поставим. Прикольно, да, чувак такой? Панкуша, зомби-панк. Так, замедляшку, нам, наверное, неспроста ее дали. Опа, опачки. Заиграл рок, ты сам видишь. О, они на веселе. Они веселые, как никогда. Бегут и скачут, и танцуют. Так, у нас зомби, ребят, надо их замедлить, наверное. Хоть тех замедлил-то. Так, с флагом упади, пожалуйста. Морковочка, морковочка. Куда бы нам ее поставить? Я даже не знаю, ребят. Панкуш этот приближается. Эй. Все, подбили. Ну, если что, у нас есть, ребята, с вами удобрения. Можем их применить. Я до сих пор не смотрел, как кактусы бомбят под ультой. Вот, он выпуливает один-то. А, нет, не один. Много дротиков. Блин, такая музыка забористая. Прикольно. Так, почему нам только одного стражника дали, а? Одну морковку. Так, давай-ка вот здесь замедлим. Вот это вот мне не нравится здесь. Ох ты, тут, ребята, с ведром чепушило идет. Нам, наверное, надо будет вот так сделать. И здесь такой же идет. И вот тут такой же идет. Погоди, а что он делает? Ну? Да что ж ты будешь делать-то, ребята? Его... Ты прикинь, что тут творится? Для меня это был нежданчик. Если они так легко проходят, то я боюсь представить, что будет дальше. Этот уровень прошел, но сам видишь как. Все-таки две газонокосилки сработало. И стоит призадуматься, что будет в дальнейшем. Ну что ж, переходим на следующий уровень. Понеслась. Так, у нас, ну, те же самые зомби, ничего нового. Но тут я уже должен сам добрать, оказывается. Вот эти у меня по стандарту стоят. Здесь я думаю, что мы возьмем магнит, потому что здесь есть панки. Лаву-гуаву я возьму сюда. Сталью, чтобы замедлять. И защитника. На самом деле, мне бы здесь не помешал бы орех. Сталью, наверное, я уберу и возьму орех. Вот так вот. Ну что, попробуем. Попробуем здесь отразить атаки. Блин, ну когда музыка играет, они, конечно, ускоряются люто. С этим тут не поспоришь. Но если дают подсолнухи, значит, все-таки это день. И они должны давать энергию. Тем более, солнышки здесь падают. Значит, это не ночь. А кто-то мне говорил, что это ночь. Так, поставим сюда, чтобы его оттолкнуть. Пока я тут разбираюсь с рассадой. Ну иди ты отсюда, а. Хорошо, что он очень-очень медленно идет. Так, мы можем с тобой сюда вот так вот сделать. И я думаю, что перед ним лучше всего ставить орех. А сзади еще и магнит. Это будет оптимально. Так, орех у меня есть. Выставляем. Пускай он пока наносит там урон. Так. А кто бы в этом сомневался, а? Что, здесь рок-н-ролльщики сразу побегут. У нас с тобой лужайку вот эту вот неспроста дали ведь, так? Шипастую. Так, погоди секунду. Защитника надо реанимировать. Ой-ой-ой-ой-ой, внизу идет враг. Так, вот здесь мы с тобой, наверное, лаву-гуаву применим. Музыка меняется почему-то по-разному. И, видимо, от того, что какая музыка будет, да, будут определенные виды зомби идти. Мне вот так вот почему-то кажется. Могу, конечно, ошибаться. Так, что тут? Все пока хорошо идет, да? Давай защитника сюда поставим. Сюда вот перед орехом еще надо шипастую лужайку ставить, чтобы они получали урон. Усиленный, так скажем, урон получали. Так, секунду. Вот последний подсолнух высаживаю. Все, ребят, занимаемся. А что он делает? О, неплохо и в то же время нехорошо. Я думал, будет намного сильнее и атака, и мощнее. Но ты сам видишь. Опачки, тут-то уже хрустят. Блин, постоянно музыка меняется. Эй. Смотри, что делает. А что он тут собирает? Блин, собирает
Лава Гуава, давай в помощь. Наяривай, отжигай. Так, этих откинем. Ой-ой-ой-ой-ой, проблема, ребята. Они очень тут быстро проходят, смотри. Как тут быть-то? Давайте их, наверное, так сделаем. Сюда поставим защитника. Жесть какая-то, отбивайся, как хочешь называется. Смотри, что делать. А, он просто выкидывает растение наше, вот этот панк, понял? Вот в чем проблема-то вся оказывается. Недолго птичка веселилась. Он просто берет и отпинывает наше растение. Я именно про панка этого говорю. Отсюда делай выводы. Отсюда делай выводы, что панка нужно уничтожать как можно быстрее, потому что он их просто скидывает с нашей грядки, с нашего танцпола, и все. Так, ну что, поехали далее. Что у нас тут? Спасти и защитить вот эти вот. Слушай, вот тут, наверное, будет жестко. Давай подсолнух возьму, бонг-чой. Орех этот полюбасику, наверное, нам понадобится. Плюс. Не знаю, нужна ли нам свекла, а? Если бы она замедляла, вот магнит нам нужен. Магнит нам нужен, может быть, взять лужайки, что-то я не уверен, что она нам пригодится. Защитник, лава гуава, и кого бы нам еще с тобой взять? По идее, надо стали убрать, чтобы она замедляла их. Блин, ну свекла тоже неплохо бомбит, согласись, круговая атака. Вот же не задача. Вишню брать бомбу. Или заморозки у меня нету. Твою ж налево. Эндуриана брать, что ли? Не знаю, друзья мои. Вот сейчас вот просто в такой ситуации, в патовой. Что вроде бы и выбор есть, да? И в то же время как бы кого лучше поставить? Стебелек, может быть. Ладно, возьму свеклу. Фиг с ним. Если она на этом уровне дана, хотя здесь ее и так хватает. Орех, орех. Мне бы вот тот взрывной орех, было бы прикольно. Слушай, а я так понимаю, панкуша эти орехи тоже отпинывает, ведь так? Он же на них не любуется. Да, он их откидывает. Ё-моё. Что-то я как-то об этом не подумал. Он же их не будет лопать, он просто их возьмет и выкинет. Ногой пнет по ним. Вот так вот. А кто с панком справляется хорошо? Магнит. Почему магнит? Потому что он отрывает им головы. А почему отрывает голову? Потому что у них там полным-полно пирсинга. Твою же налево, блин. Так, магнит. Давай, отрывай ему голову. Все, да выпендривался. Куда пошел? Тут надо контролировать весь, ребята, процесс, причем молниеносно. Так, сгорели хламоны. Так, смотри, видишь, что он делает? Он орех сейчас уничтожит. Так, он перекинул его просто-напросто, да? Ну, бомбани хорошенько-то. Все, вроде бы все. Так, что я хотел сделать-то? Вот так вот сделаем с тобой. Вот так вот сделаем. Здесь поставим защиту. Так, тут давай откинем. Лава Гуава срочно нам нужна здесь. Что происходит, ребят? Смотри. Трэш, трэш, трэш. Да какой бонг-чой тут нужен, вот этот нам? Так, там впереди панк был. Был панк, сейчас его уже не стало. Знаешь, чем проблема здесь? Да тут совсем проблема. Подгорает, подгорает потихоньку. Серьезно тебе говорю, ребят, что случилось? А что, кого съели? Блин, друзья, я что-то просмотрел. Я не увидел, если честно. Придется переиграть. Я, знаете, что думаю? По-моему, нам надо вернуться на огород. Я ведь могу сейчас зайти и взять пару растений. Пару растений. Посмотрим, какие нам тут пригодятся. Что-то уж больно люто как-то. Так, орех. Он становится каменным. Зачем мне каменный орех? Он мне тут не нужен.
Защитника взять? Или вот этого? Орех откинут. Давай Аки возьмем, наверное, с тобой. И вот этого. Все. Не знаю, зачем я взял Аки и этого. Ну ладно, у них, по крайней мере, есть ульта. Поехали. Значит, орехи откидывают. А вот здесь вот у нас не откидывают, их просто съедят. Уберем с тобой, значит, здесь свеклу. О, у нас стебелек, кстати, под ультой. Что-то я как-то этого не замечал. И Аки можем взять. Аки взять можно вместо Бонг-Чоя. Все, друзья мои, давай попробуем вот таким вот макаром. Не знаю, зачем я сюда беру орехи. Мне кажется, от них здесь толку никакого нету. Их панки постоянно откидывают. Я магнит взял? Взял. Вот магнит, да, магнит нам здесь очень хорошо помогает, спасает. Только он, в принципе, и спасает. Так, идут. Идут архаровцы. Сейчас музыка заиграет, да, как всегда, бешеная. Сразу же ритмика пойдет и... пойдет вот веселуха. Лаву гуаву что можешь применить. Чш, сгорели. Мне нужны подсолнухи, мне нужна будет энергия. Даже те же самые стебельки вызывать. Это же не просто так все. И тут, соответственно, все это дело отбрасывать. Сейчас, секунду на секунду, да? Я чуть... Вот она. Пошла, поехала. Рок-н-роллушка. Магнит, ты будешь работать сегодня? Магнит работает. Так, свекла как-то, ну, вот плохо работает свекла. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Что, где? Что, где, когда, елки-палки? Эй-эй-эй-эй-эй. Пошли прочь отсюда. Блин, так тут еще зомби подходит. Что делать-то, как быть-то? Давай стебелек вызовем. А ну-ка, толкани этих всех тут. Так, еще стебелек вызовем. Пока есть возможность, будем вызывать. Всех их прожаривать. Так, лаву-гуаву сюда поставлю. Я просто смотрю, ребята, за растениями, кого в тот раз все-таки у нас с вами успели уничтожить. И каким образом? Эй-эй-эй-эй-эй! Да как они... Что... Блин, я не пойму, что происходит, ребят. По-моему, что-то происходит со свеклой. Блин, трындец какой-то. Третий уровень у нас, да? Третий, ну, третий день, и я уже все, встрял. Короче, давай вот этот вот подсолнук возьмем вместо вот этого. Нам нужна энергия, просто, ну, немереное количество. Фасоль это нам, наверное, не нужна. Аки уже, как говорится, уже пролетел свое, да? Как фанера над Москвой. Редиска это... Не знаю. Вот была бы у нас с тобой магнит под ультой, он бы собирал бы со всех. То есть панки бы тут просто сыпались бы. Этот орех, я от него не вижу толку, если честно. Его уничтожает. Ну что, давай, наверное, вот эту вот фасоль возьмем. Была бы еще бомбочка бы у нас. Ладно, попробуем вот таким вот образом. Чушь, конечно, какая-то получается у нас тут. Но я не знаю уже, что тут еще предложить вам, друзья мои. То ли мы не должны, чтобы они сюда вот встали на это место. Черт его знает. Где там у нас подсолнух? Давай, давай, за счет вот этого, может быть, как-нибудь выкрутимся здесь. Так, стебелечки эти все. Нам нужны магниты. Нам нужно будет очень много магнитов с тобой. В принципе, я думаю, ты понимаешь, зачем нам нужны магниты. Так, здесь откинем. Здесь вот так вот бомбанем. Началась веселуха. Проказная старуха, а? Давай, бомби их. Так, что там происходит? Я просто не успеваю даже... Если честно, проконтролируйте весь этот процесс. Так, смотрим, смотрим, ребят, наблюдаем.
Сюда лаву Гуаму. Окей. Отбили. Тут зарядим бомбокс с тобой. Так. А кто их откидывает? Все, я понял, ребята. Моя фасолинка, да? Откидывает их всех. Под ультой жарит и откидывает их. Давай быстрее. Тут много врагов. Тут, кстати, их тоже немало. Фасолина, давай, работай. Откидывай их к ядрене фени всех. Так, магниты, магниты, работаем. Внизу что-то дофига их тут подперло. Так, здесь откидываем. Твою налево, еще одна волна. Так, давай так сделаем. И вот так. Ну и лаву-гуаву поставим. Мне уже стебельки некуда ставить. Ну? Все, не все? Так, подожди, 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 подожди. Иди отсюда. Ой, ребят, это был пятый день только лишь. Пятый день. Так, кто это нам? Сельдерей, что ли? Или кто это такой? Выпадает. Да, уровни жесть, конечно. Ну что, поехали дальше. Ну что, друзья, шестой день у нас. Какой-то новый зомби там, я вижу. Окей, что ты делаешь? Не знаю, что он делает. Спрятался, молодец. Чего? Да иди ты, сразу же начинается. Да ну, хорош. Сразу дискотека пошла. Давай бомбокс, бомби свою мелодию. Что этот-то делает? Спрятался он у меня, понимаешь ли. Я не знаю, давай вот так вот поставим. Посмотрим, что он делает. Он что-то вообще будет делать или нет? Ну и что, в чем прикол? Прикол в том, что сейчас гриб съедят мне. Нет, пока еще не съели. Блин, два панка, там с ведром идет. Слушай, ну панков мы тут разбираем нормально. Дай-ка я посмотрю, что он все-таки делает. И чё, молодец, просто спрятал. А, вот как он. Он спину, что ли, бомбит ему? Так он сейчас пройдет. Нет, не прошел. Да, ну какой-то, если честно, ну не очень хороший цветочек или растение. Так. Опа-на, это что у нас такое? Что это за пугало там огородное идет? На роликах еле-еле. В чем прикол? Что она делает? Неуязвимые, что ли, каким-нибудь становится там? Или что? Опять музло. Эй! Давай-давай-давай-давай! Бумбокс там зажигай, я не знаю там. Так, здесь... Опа-на, смотри, что делает. Смотри, что этот чувак делает. Толкает мои растения бедные. Да толкался. А, если он раскрылся... А, нет, он прячется потом. Я думал, что если он раскрылся, все. Он обратно не скроется. Так. Что-то тут... Как-то жиденько все у нас получается с тобой. Вот это вот что делает, я не могу понять. За ней идут зомби почему-то в какой-то радуге, что ли. В чем тут прикол-то? Да, прикол в том, что они тут. Вот эти вот с ведрами, конечно, это жесть. Больно жесткие чуваки. Мне магнита здесь не дают, поэтому я должен как-то драться своими силами, а они. Так, ребят, напишите мне в комментах, что делает вот эта барышня, я не пойму. Каких-то зомби, что ли, создает, может быть, радужных. Ведь в чем прикол-то? А, вот она, значит, умирает, и эти становятся явными. А до этого они как будто невидимые, да? Так, что ли? Окей. Так, дай-ка я, наверное, еще сюда. Куда ее? Куда поставить-то? Свеклу даже не знаю, куда влепить.
Нет, если свекла бы была бы у нас прокачана, я думаю, что от нее был бы вообще офигенный толк. Потому что массовая атака у нее все-таки как ни крути. Ты сам видишь, да? Он волнами бомбит. По всем. Так, ну-ка. Это все-таки, по-моему, сельдерей, да? Мне кажется. Так, еще один с ведром идет. Это последний, надеюсь, зомбарь. Так, чем тут с собой можем? Ну, вот так вот сделать. Ты-ты-ты-ты. Он в спину бомбит, но у него короткая дистанция. Согласись, у этого сельдерея. Фу, ну, шестой день, слава богу, пройден. Довольно неплохо. Так, ну, а мы с вами переходим на седьмой день. Ну что, седьмой денечек у нас с вами. Так, мне в обязательном порядке оставили магнит и сельдерей. Дальше, как говорится, выбирай сам, кого хочешь, да? А что, если мы возьмем с тобой вот эту вот редиску? Ротобага. Защитник. Плюс, ко всему прочему, свеклу. Свеклу, свеклу. Так, стручок нам здесь, наверное, не понадобится. Бонгчой. Так, магнит есть. Орех. Ну тут опять панки эти. Слушай, а панк, он, наверное, выкинет, да, эту фасолину к ядрине фени. Пнет по ней, да и все. Давай тогда так сделаем. Что, погнали? Что? Ах ты, ё-моё, ну конечно же. Конечно же, тут нужны, друзья мои, подсолнухи. Извини, редиска. У меня другого выбора нет. Тут, блин, этих-то чуваков невыгодно ставить. Они слишком медленно появляются и слишком дорого стоят. Ну что, погнали, друзья мои. Будем пытаться выжить седьмой день. Кстати, вы в курсе, что скоро выходит игруха «Один из нас», вторая часть? Я уже, по-моему, говорил, да, ранее? Так что, ребятушки, ждем, будем ее снимать на втором канале, естественно. А выйдет она, по-моему, в конце мая, если я не ошибаюсь. Так, ну что, давай попробуем, наверное, вот так вот с тобой начать. Сельдерей быстро его, интересно, завалит или нет? Посмотрим сейчас заодно, какую он атаку будет наносить. Да ёпрсте, ну, чё так быстро-то? Давай, панков этих нужно уничтожить. Понятное дело. Это, сам видите, пинает, пинает. Блин, мне не хватает энергии солнечной, друзья мои. Слушай, ну сельдерей неплохо им в спину там выдает. Хотелось бы большего. Если честно, хотелось бы большего. Да ну, спрячься. Вылез он. Так, этого откинь. Этого откинули. Так, 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 секунду, ага, забомбили. Музыка меняется и постоянно какие-то разные у нас зомби выходят. И что-то тут ультой нас с тобой просто не балуют. Так, вот куда ты прешь? Сгори. Пожалуйста. Так, могу я ее оттолкнуть? Что она делает? Я не понял, она уничтожила. Секунду, она что-то такое сделала? Непонятное. Ну? Так, ребят, подбили мы ее. Ага, проявились сразу же, да? Лава Гуава. Ух, а наверху-то что у нас происходит? Наверху-то не есть хорошо все. Так, ульта. Давай-ка мы с тобой вот этот стебелек сюда посадим тоже. И бонгчоя. Так, они не любят, да? Лаву, я смотрю. Я даже боюсь представить, какие здесь будут гаргантюа. А они стопудово будут. Да иди ты в пень, началась веселуха. Сейчас магнит этот съедят. Бедный мой магнитик. Так, а мы, кстати, с тобой не смотрели, что у нас делает вообще сельдерей под ультой. Вот что я тебе хочу сказать. Мы с тобой не смотрели этого дела? Нет. Ого. Как он у меня сейчас всхлопотал. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Бонгчой, блин, да какой бонгчой тут. Вот кто нам нужен. Ну ты посмотри, что тут происходит. Трэш. У меня ульты нету, да?
Могу только вот так вот сделать. Здесь у нас защитника слопали уже. Тогда мы их... Блин, нет. Не получается у меня здесь их. Давай, наверное, так сделаем. Сюда поставим Бонгчой и Лавгуаву. Но будете гореть там или нет? Эть. А почему у меня опять проблемы с солнцем? Я не понимаю. Иди отсюда, пришел. Лавгуава, подожги, пожалуйста, их там всех. Угу. Так, давай так вот сделаем. Вот, кстати, и посмотрим сейчас, что у нас делает. Что он там? Ничего я не увидел, что он там делает, если честно. Так, поставим сюда. Поставим сюда Лавгуаву. Вот сюда им на кормежку сбросим. С подсолнухами пока все отлично. Этого накумарить надо. Давай со спины вылази и бомби его. На всякий случай поставим. Ага, тут вон сколько их. Тут много. Так, так, так. Бедного защитника слопали, а. Ну-ка, в спину ему. Давай в спину. Так, еще один магнит. И вот так вот сделаем. Фух. Отбился. Отбился, друзья мои. И это только лишь 7-й день. Я боюсь представить, что будет на 25-м деньке. Да даже хотя бы на 15-м. Там будет трэш. Согласись. Ну что, погнали далее. Ну, то же самое, да? То же самое все. Ничегошеньки не поменялось. Возьмем сельдерея, возьмем свеклу. Лавгуава, она нам очень хорошо помогает вместе с защитником, кстати, с морковью. Хм. Я вот думаю, может быть. Но орех нам здесь не нужен. Мы без него как-то справляемся, причем неплохо. Единственное, я вот думаю, магнит обязательно надо взять. Магнит и... Блин, так и хочется взять эту редиску. Или лучше оке взять. Или сталью. Ох, я не знаю. Вечно вот этот вот выбор. Давай Бонгчой возьмем и все. Поехали. Так, подсолнухи в первую очередь. Так, это у нас 8-й день. Тут, по большому счету, все дело в откатах. В откатах и в солнечной энергии. Если бы у нас... Уже? Уже? Вот так вот с лету? Ты серьезно? Парень, может, ты успокоишься все-таки? Идет мне там. Так, наверху теперь Панкуша вышел. Так, у нас магнит очень долго откатывается, я смотрю, да? А как сельдерей у нас к этому относится, чтобы прописать его? Сразу уничтожит его? Ну, неплохо он, кстати, уничтожает на самом деле. Именно сельдерей. Так, это у нас идет с ультой. Ну-ка, съешь, пожалуйста, гуавочку. Она тебе на пользу пойдет. Есть, сгорела. Роднуля. Спасибо за ульту. Так, поставим сюда, наверное, вот так вот. Энергия. С энергией проблемы большущие, огромные. Просто неимоверные проблемы. Так, здесь у нас магнит один, одинешенький, без прикрытия, без всего. Его же сейчас раздеребанят. Или нет? Проверим. Так, а эти-то что, не будут гореть? Блин, это вот ускорение очень нервирует. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Как быть-то? Блин, сельдерей там, бедняга. Да сгори ты уже, в конце концов, достал. Так, а тут защитник, бедняга. Бедный. Его раскромсали. Так же, как и здесь, наверху. Могу вот так вот сделать. Только лишь вот так вот. И вот таким вот образом помочь себе. Что у нас тут? Лавгуава в помощь нам, да? Здесь еще... Ага, хотел еще одного защитника. Вот сюда поставим, наверное.
Так, выпала ульта. Так, куда кого чего влепить-то, я даже не знаю. Вот сюда, наверное, поставим. Что она делает? Я не могу. То ли плодит этих зомбарей, когда идет. Или в чем прикол-то? Я не могу понять в этой звездной барышне, в чем юмор. Давай вот так вот сделаем. Побольше сельдерея высадим везде здесь. Так, сюда поставим защитника. Так, лава-гуава здесь у нас постоит пока. Я еще подсолнухи до сих пор не могу рассаду эту высадить полностью. Так, блин, сейчас съест магнит. Нет, не съел. Так, давай сюда. А почему? Почему я сюда не поставил? Я не понял. А ну-ка. О. Так, сюда бумбокс влепим. Ребят, проходят по среднему ряду у нас враги. Причем дико очень проходят. Нам сюда, наверное, надо вот это. Сейчас, секунду. А что было-то? Она своей музыкой или чем-то там уничтожает наши растения, насколько я понял. Верно? Ребят, придется потратить. Ну ты сам видишь, они меня тут просто прижучили. Я ничего не могу здесь сделать. Нехватка этих магнитов вечная. Так. Сюда поставим защитника. Свеклу. Вот было бы прикольно, если бы свекла их замедляла. Что он там делает? Что-то чувак разошелся, по-моему, не на шутку, смотри. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. А что так много-то? Эй. Да ну. Завязывай, хорош. Так, я не знаю, как быть. Да иди ты в пень. Дай-ка я вот так, наверное, применю здесь. Спасет ли меня это? У меня ульты нету, да, не осталось? Ульты не осталось. Вот здесь вот мы с тобой применяем гуаву. Да ну, хорош, неужели получилось? Ну, пришлось потратиться, ты сам видел. Какой-то трэш, блин. Это восьмой день, и такой трэшак уже тут происходит. Ну что, ребятули, давайте, наверное, последний раунд с вами пройдем. Чего там накопить 2000 солнцев? Вы что, издеваетесь, что ли? Они что, специально так сделали? Молодцы. Молодцы просто. Лучше не придумаешь. Накопи, говорит, 2000 солнца. А как я их должен тут защищать? Ты не подумал об этом? Трындец. Давай, 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 давай. Заморочься к ядрене фени. Так, а, они будут отталкивать их, да? Ну ладно, хорошо, пускай отталкивают. Еще дали-то не скорострел, а обычный горох. Так, ну-ка. Утухни. Так, они отталкивают солнышки. Давай вот так вот поставим. Ну, бомбит этого, вот. Да хорош тут заниматься своими плясками. Выкрутасками. Давай, бокс. Наяривай. Так, может быть, нам его замедлить, этого Хариуса. Сколько тут? Три волны будет, что ли? Зашибись. Три волны. Нам нужно с тобой накопить 2000 солнцев. Это наша основная задача. Но помимо этого еще не забывай. Заморозитесь вы. Так что я не могу ничего сделать-то? Так, подожди, я же хотел вот сюда вот высадить. Окей. Так, тут они едят. Едят. Паршивцы, а? Блин, они едят подсолнухи. Таким образом, это что говорит? О чем говорит? О том, что мы с тобой можем не накопить просто-напросто. Солнце? Ой-ой-ой-ой, что-что происходит, смотри. Ну, конечно, конечно же. Надо, блин, побежать с этой... Супер-пуп... Я не знаю, ребят, что вам еще сказать. Трэш. Просто трэш происходит. Я 2000-то накоплю сегодня или нет? А мне что-то кажется, что я не накоплю.
Они просто сейчас прибегут. Все. Но у нас тут, правда, есть. Ну, мне совсем немножко не хватает, ребята. А у меня последний подсолнух, что ли, остался? Ну, почти, да, друзья. Почти последний подсолнух. Вот еще один тут. Его сейчас съедят, и все. Да вы заколебали, ёпросоте, блин. Так, пора отталкивать их. Ни магнита, ничего, с этими панками, блин, грёбаными. Заморозьтесь вы, к ядре не фени. Бубнят там что-то. На тебе зловонное дыхание в лицо. Вот этот подсолнух, ребята, последний. Накопил, нет? Нифига я не накопил. Ну? А, у меня, я думаю, что у меня энергия-то ни шиша не выходит. Она и не выходит из-за этого. 2000 солнца накопил, все, ребят. Пускай тут что хотят, то и делают. Главное, я этот уровень прошел. Газон косилки остальных всегда бьет. Фух. Наконец-то. Ё-моё. Ой, это еще кто такой? Это не та ли самая мята, про которую вы говорили? Друзья мои. По-моему, она похожа чем-то, да? А может быть, я ошибаюсь. Ну что, друзья, на этой ноте я, наверное, буду завершать видосики. Давай с тобой быстренько здесь... Ага, пиньяту заработали. Ну-ка посмотрим, что нам здесь достанется. 100 монет. Так, свекла. Я могу ее прапать, это, кстати, хорошо. И сельдерей. Так, нам еще одна пиньята, да, доступна? Окей, давай посмотрим, что нам здесь достанется. Опять, наверное, свекла. Так, ну деньги это всегда хорошо. Даже уже 100 монет уже приятно. Плюс 2 сельдерея, который тоже готов прапаться. Ох ты, морковка. Только 2 штуки. Вот, ребята, вот это морковка. А то, что защитник, это не морковка. Кто-то мне написал, что защитник это морковка. Нифига, вот сейчас была морковка на самом деле. Ну что, мы с вами остановились на 10 уровне. Давай, наверное, сходим, прапаем наши растения, которые вот. Мы можем капусту. 50 всего лишь стоит апгрейд на 2 уровень. Ну и дамаг смешной, 50 всего лишь урона наносит. Смотри-ка, мы можем цитрона. Вот немножко нам не хватает, чтобы прапать. Ох ты, магнит. А что он делает? А, у него защита просто повышается. И все. Да, в моем, конечно, сейчас случае тратить деньги, если честно. Ничего не скажешь. Так, и у нас вот сельдерей. У него защита 1300 и дамаг повышается на 20 единиц. Окей. 20 единиц это тоже немало, я думаю. Так, и свекла, по-моему, я видел, да? Могла проп... Вот, свекла. У свеклы защита на 50 повышается. Так, откат на 5 миллисекунд. И дамаг повышается на 10. Окей. Замечательно. Вроде бы пока и все, да? Больше никого мы не можем с тобой пропать. И то приятненько. Хоть что-то у нас с вами получается. Да, без трат денег, конечно, не выходит ни шиша. Но, тем не менее, кто же это такой? Ну, это мы узнаем, ребята, уже в следующем видосике. Я не знаю, когда он будет. Через 2-3 дня, потому что работа, я уже объяснял вам. Так что всем пока, всем удачи. До новых скорых видосиков. Удачи вам.